Доброта ще ніколи не забирала силу та міць людей. Щоб бути сильною, нація не зобов'язана бути жорстокою, казав Франклін Рузвельт. Вітаємо! З вами програма «Вітражі Слобожанщини». Служіння суспільству понад власне «я». Саме заради цієї благородної справи по всьому світу об'єднуються успішні люди, які прагнуть змінити життя на краще. У 1905 році американський адвокат Пол Харріс та його друзі-підприємці заснували у Чикаго перший Ротарі-клуб. Сьогодні у світі вже понад 33 тисячі ротаріанських клубів, які об'єднують більше мільйона благодійників. Головна мета ротаріанців – творити добро, допомагати тим, хто потребує підтримки. У нас в гостях глава правления общественной организации Rotary Club Харьков Multinational Ольга Змеевская. Добрый день, Ольга. Здравствуйте. Ольга, я знаю, что на последней конференции дистрикта Харьковский Rotary Club Rotary Multinational был признан лучшим. Как вы считаете, почему? Что помогло достичь таких результатов? Да, действительно, это правда. Наш клуб признали лучшим клубом года 2014-2015 ротарианского года, который был с 1 июля 2014 и закончился 1 июля 2015 года. Но мне кажется, что это абсолютно заслуженная победа и достигнута она благодаря усилиям всего клуба. Невозможно за 3 минуты рассказать методику, планы, действия всего клуба, который осуществлялся на протяжении нескольких лет. Но это вот как итог, как результат. Но главное, я считаю, заслуга – это работа, солидарная работа клуба. Очень правильно, когда клуб общими усилиями, вот у нас, например, это мозговые штурмы, вырабатывает какой-то проект, который был бы интересен всем членам клуба. Поскольку в Ротари, например, я уже около 10 лет, ну, примерно я понимала, что бы было интересно людям. Мы в начале года провели анкетирование, мы спросили ротарианцев, какими бы социальными услугами вы хотели бы заниматься. То ли это помощь культуре, то ли это помощь детям, художникам, инвалидам, старикам, сиротам. Таким образом у нас вот вырисовался проект. И мы его успешно реализовали, естественно, все принимали очень активное участие, когда свою долю вкладывают все, очень хороший результат. Это вы говорите о проекте «Звездное лето», так да, понимаю, да? И в том числе о проекте «Звездное лето», который сейчас самый большой в нашем клубе. А так у нас около 25 проектов было в течение года. «Звездное лето» – это социальный проект, организатором которого стал Rotary Club Харьков Multinational. В данном проекте приняли участие более 100 детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных условиях. Более 2 месяцев они принимали участие в спортивно-развлекательных этапах, которые стали для них главным украшением лета. Проект проходил в формате соревнования между 10 командами и состоял из 6 основных этапов. Главной особенностью проекта было то, что помимо детей в нем принимали участие звезды шоу-бизнеса, телеведущие, актеры популярных сериалов, участники национальных талант-шоу. Они были капитанами команд-участниц. Но прежде всего они были наставниками для детей. Дополнительным этапом этого проекта стало установление рекорда Украины по лепке вареников. Его устанавливали не только участники нашего проекта, но и большое количество детей, которые были приглашены на это событие. В основном это были дети из числа вынужденных переселенцев с Донбасса. Главной идеей проекта было не просто развлекать детей, а прежде всего дать им возможность пообщаться со звездными капитанами, которые вместе с организаторами на протяжении всего проекта старались донести им главную мысль. Вы можете стать кем угодно, если будете верить в себя и усиленно работать. Безусловно, проект «Звездное лето» подарил его участникам просто незабываемые эмоции. Но самое главное, что он дал, это внимание тем детям, которым его не всегда хватает. И также очень важным моментом является то, что подросткам дали возможность в период формирования личности не только пообщаться, но и подружиться с достойными и успешными людьми. Мы надеемся, что это поможет им в формировании правильных ценностей и лидерских качеств. Финальным аккордом проекта «Звездное лето» стал масштабный благотворительный аукцион под названием «Спаси своего защитника».
в рамках которого было собрано 42 тысячи гривен на покупку медицинских препаратов для раненых во время вооруженных противостояний в Украине. Главной особенностью было то, что часть лотов своими руками сделали участники проекта, тем самым показав, что дети из семей, которым нужна помощь, сами готовы помогать нуждающимся. Это стало одним из важных аспектов продвижения ротарианских ценностей. Что вы более 10 лет в ротарианском движении. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте работы как ротарианца, ротарийки. У меня был очень интересный путь в Ротари. Так я попала в Ротари, как, знаете, обычно люди не попадают вот просто так с улицы. Мою подругу сбила машина. И я искала способы помочь ребенку, который остался один маленький, не было ни мамы, ни папы. Мама в больнице, в реанимации. И я понимала, что там очень уже серьезный вопрос, скорее всего, она умрет. И пыталась как-то ребенку этому помочь. Поэтому моя знакомая Ольга Мирошник сказала, а пойдем к нам на заседание клуба. Я увидела очень интеллигентных, образованных, умных, спокойных людей. И я скажу честно, что первых 3 года я вот присматривалась, прислушивалась. У меня не было активной деятельности, потому что у меня было время научиться, приобрести опыт, присмотреться. И когда я первый раз попала на конференцию, и она проходила в Запорожье, я помню, я столкнулась с таким потрясающим человеком, его зовут Петр Вагнанчук. Он паст, губернатор дистрикта, ассистент губернатора зоны 15-16, и вообще я считаю уникальная личность. Я ему говорю, что Петр, вы мой учитель в Ротари, он зажег мою звезду ротарианскую. После общения с этим человеком я поняла, что Ротари – это безграничная возможность помогать другим людям, реализовывая себя. Чем больше ты себя отдаешь, тем больше получаешь. Это один из девизов Ротари, который был в Ротари уже много лет. Кто больше служит, тот больше получает. Мне было интересно наблюдать, как харьковские ротарианцы осуществляют проекты, влияют и на ситуацию в городе, на атмосферу в городе, потому что мы знаем, что и такие известные люди, харьковчане, были ротарианцами. Поэтому первый проект, который мой серьезный проект, которым я занялась, это была игра головой, которая проходила в преддверии Евро-2012. И вот тогда я и моя команда, я тогда была президентом, мы смогли реализовать этот проект очень здорово. 26 харьковских школ участвовали. У нас все было как в настоящем футболе. У нас были 1/16, 1/8, четверть финала, полуфинал и финал. И дети между собой соревновались не только в умении играть головой физически, но и умственно. Мне понравилось это тем, что вовлеченность детей была 100%. Столько, сколько дети узнали за этот год о других странах, о футболе, о благотворительности. Я думаю, насильно никто бы не смог их заставить. Об игровой форме это было интересно. Ну и настала, наверное, такая пора, знаете, как дети вырастают, и пора им пойти своей дорогой. Вот так, наверное, случилось и со мной, когда уже было настолько много проектов, что мне уже, наверное, было мало того места, которое я занимала, и было решено открыть новый клуб в Харькове. Таким образом, открылся у нас ротари-клуб Харьков Мультинешнл, который немножко отличается от других клубов. Акцент был сделан все-таки на более молодых, но максимально активных социально людей. Это могут быть представители общественных организаций, это могут быть не обязательно первые лица, собственники бизнеса, но люди, которые активно развиваются. И как принято в Ротари, это, конечно, семья. Мы приглашали на заседания друзей своих. И таким образом у нас вот сейчас 26 человек прекрасно подобранного коллектива. Мы, как я рассказывала, речки, которые стекаются в океан, чтобы стать мощным океаном. То есть, я так понимаю, далеко не каждый человек может стать членом Ротари-клуба. Есть какие-то особые требования? Особых требований очень много, но самое главное требование, чтобы человек понимал лозунг и призыв Ротари служения «Понадвластно я». Когда ты готов отдавать, когда ты понимаешь, что отдавая, ты можешь даже не получить спасибо, а может даже и получить по голове, ты все равно это будешь делать, потому что это понад тебя, это, ты не сможешь это остановить себе. Все равно отличаются ротарианцы от других людей каким-то вот особым
талантом отдавать себя обществу. Один из ваших последних проектов – это благотворительный аукцион, где продавались картины харьковских художников, и деньги должны были пойти на помощь детям-беженцам. Расскажите, как все прошло и какое продолжение этого проекта? Удивительный проект. Наш клуб делал уже много проектов, но я вам хочу сказать, что этот проект для нас был очень ответственным и очень сложным. И когда у нас был финал и финальная продажа картин, мне это очень напоминало мультик, может вы помните, фильм, когда все сидели на лавочке и очень сильно волновались и дрожали, как же отреагирует зал. Вот в нашем случае это было такое же. Расскажу почему. Потому что Харьков имеет очень высокую планку культурного города. Харьков всегда был социально активным. И Харьков принял на себя самый главный серьезный удар по переселенцам. Поэтому задачи стояли очень сложные. С одной стороны, у нас есть проект, который называется «Звездное лето», который был в прошлом году успешно, и мы хотели его реализовать в этом году. Но уже для детей из семьи переселенцев. Поэтому, естественно, нам нужны были средства, нам нужны были деньги для реализации этого проекта. Тут харьковские художники выступили с прекрасной инициативой презентовать свои картины и сделать благотворительный аукцион. Их поддержал Владимир Гальперин, который возглавляет Украино-Норвежский центр. И Владимир Гальперин с такой прекрасной идеей пришел к генеральному консулу Польши пану Станиславу Лукасику. Пан Станислав Лукасик посещал наши заседания ротарианские и вышел к нам с такой идеей. Таким образом, у нас образовалась команда из трех организаций. Мы хотели провести этот благотворительный бал и полученные средства, конечно же, разделить таким образом, чтобы и Украино-Норвежский центр мог сделать свои благотворительные проекты, и Ротари-клуб Харьков Мультинешнл также получил финансирование на «Звездное лето». И те, и другие проекты направлены на детей-переселенцев. Мы долго готовились к этому проекту, это очень серьезно, потому что работы авторов серьезные, и подготовка должна была быть такая же. Ответственно было. Боялись мы, но тем не менее мы рискнули, получился хороший аукцион. Внимание, это картина художника Владимира Лещука. Называется «Дорога из солнечной», выполнена маслом на холсте. Работа, автором которой является Олег Лазаренко. Картина называется «Цветы Украины». 28 тысяч гривен. 3. Работа продана. But I know a change is gonna come. It's been too hard living, but I'm afraid to die. Была продана половина картин, а половина картин осталась. Деньги сейчас распределились на компьютерный класс и на проведение «Звездного лета», который стартует у нас 20 июля. Теперь о судьбе дальнейших картин. Остались картины, прекрасные картины, одну из которых мы передали в Национальный музей Сковородиновки. 4 июля совместно Украино-Норвежский центр, Польское консульство и Ротари-клуб Харьков Мультинешнл передал картину с авторства Буриме с темой «Сковородиновки и сковороды». И я думаю, что это достойное украшение нашего музея, потому что это наследие. И наследие, и вещи, которые запечатлены в живописи, они вечны. Я надеюсь, что это достойный вклад для потомков. А те картины, что остались, тут включается международная составляющая Ротари, потому что Ротари во всех странах мира. У нас есть комитет, который активно работает, Украина-Бельгия, Украина-Франция. Жан-Пьер Ксенич возглавляет комитет Украина-Бельгия, и Жан-Пьер Нуартен возглавляет комитет Украина-Франция. Были проведены на дистриктальной конференции в Трускавце переговоры, где было принято совместное решение сделать выставку-продажу, аукцион в городе Ля-Боль, который является жемчужиной Франции. Выставка пройдет с 1 по 10 мая. И предварительно сделать турне по Бельгии и по Польше с этими картинами. Таким образом, полученные средства опять-таки пойдут на Украино-Норвежский центр для 2 класса, 3 класса компьютерного и на проект «Звездное лето». Иногда приходилось слышать мнение, что Ротари – это такой своего рода закрытый элитный клуб. Так ли это на самом деле? Очень интересный вопрос. Абсолютно недавно в соцсети Facebook я нашла такой ролик «6 мифов о Ротари», что ротарианцы – это
пожилые мужчины, которые собираются тайно и постоянно делают барбекю. Может быть, когда-нибудь это и было, но движение Ротари и путь Ротари прошел очень большой, 110 лет организации. Если бы эта организация была секретно закрыта, она бы не прожила столько много лет, потому что это самая старейшая благотворительная организация в мире. Мы проходили много этапов. Очень много лет это был закрытый мужской клуб, куда женщин не принимали. Однако произошла такая интересная ситуация, и первый раз женщину приняли по решению суда. У нас в Харькове есть известная наша харьковчанка Татьяна Веркина, которая была тоже одной из первых женщин-президентов в Ротари. И в каком-то мере можно сказать, что это был закрытый клуб. Но с приходом Билла Гейтса, с изменением скорости жизни, с появлением соцсети мы не можем оставаться закрытыми. Я была на семинаре когда-то и услышала такую фразу, что если мы останемся закрытыми, то к 2050 году у нас не останется. А нас сейчас почти 1 300 000 человек. Какие-то надо было принимать действия. Нельзя принимать молодежь, нельзя принимать, если ты не миллиардер или миллионер, у тебя нет яхты, ты ротарианцем быть не можешь. Это все мифы. Не обязательно вкладывать в Ротари деньги. Можно вкладывать свое умение, свой профессионализм. Можно вкладывать свою энергию, свое время. Все-таки должны быть какие-то критерии, которые есть. И первый критерий – это должен человек быть профессионалом в своей сфере. У нас есть квалификация, по которой мы принимаем в клуб людей. У нас не может быть более 5 человек представителей одной профессии. Однако у нас есть исключения – это журналисты. Журналистов у нас может быть много. Мы коснулись уже аспекта международного сотрудничества. Как сотрудничают ротарианцы Харькова с ротари-клубами других стран? Ротари сильно своей международной составляющей. Являясь ротарианцем, ты имеешь доступ к каждому уголку мира, где есть Ротари. Мы говорим на одном языке, мы между собой друзья. И видя вот такой значок, я понимаю, что меня этот человек поймет и полюбит сразу. Вот у нас сложились потрясающие, теплые родственные отношения с Бельгией и с Францией. Так получилось, что Жан-Пьер Ксенич, который возглавляет комитет Украины-Бельгии, этнический украинец. Поэтому Украина ему дорога, он сюда приезжает, он любит Украину и максимально старается помогать Украине и украинским клубам. Был визит, наш первый визит в город Льеж и также по 10 бельгийским городам и клубам и Люксембурга, где мы обзавелись большим количеством ротарианских друзей. После этого было принято решение создать комитет «Украина-Бельгия», «Бельгия-Украина». И уже сделано несколько совместных проектов, такие как, например, поездка музыкантов харьковских, победителей харьковских ассамблей в Бельгию, помощь нашим раненым бойцам. Общественная организация получила уже деньги на закупку медикаментов. В планах очень много. Например, у нас есть такой интересный проект по звездному лету. Мы хотим отобрать интересных детей, чья жизнь была бы интересна людям, снять про них небольшие сюжеты и показать эти сюжеты в Бельгии и во Франции. И я думаю, что было бы очень правильно, если бы именно этим детям была оказана конкретная адресная помощь. Спасибо большое, Ольга, за такой интересный рассказ. Я желаю вам успеха в вашем благородном, очень нужном деле и, конечно, новых интересных проектов. Спасибо вам, что приглашаете. Нам есть что рассказать. Я надеюсь, наше сотрудничество только начинается. У цьому світі є тільки одна річ, перед якою належить схилятися – це геній. І одна річ, перед якою слід упасти на коліна – це доброта, стверджував Віктор Гюго. На цьому ми прощаємось з вами. До зустрічі у наступній програмі!